Сегодня в ГТРК «Корстон» состоялась торжественная церемония открытия 5-го конгресса Российского общества преподавателя русского языка и литературы. Конгресс пройдет на тему динамика языковых и культурных процессов в современной России и продлится он до 8 октября. Среди гостей форума президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, президент Российской академии образования и Российского общества преподавателей русского языка и литературы Людмила Вербицкая, ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие. В 5-м конгрессе примут участие более 530 участников школьных и вузовских педагогов, методистов, ученых, культурологов, представителей федеральных и региональных органов власти, издательств учебной литературы из 58 городов России. Перед нами стоит непростая задача сохранения и приумножения богатства русского и татарского языков, а также языков других народов, населяющих Татарстан. Для Татарстана сохранение и развитие русского языка и литературы всегда были одним из приоритетов. Совместно с КФУ пройдут секционные заседания, планируется обсудить вопросы повышения уровня филологической грамотности, читательской и речевой культуры населения, развития мотивации детей и молодежи к изучению русского языка, литературы и другое. Наша республика и наш университет впервые принимают филологический форум подобного уровня, на котором широко представлены как ученые-русисты, преподаватели вузов, так и наши школьные учителя русского языка и литературы. Впервые конгресс прошел в 2008 году, и организаторы решили сделать это традицией, проводить подобный форум раз в 2 года. Так, территория проведения юбилейного конгресса выпала часть столицы Республики Татарстан. Хотя обычно он проводится в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. С каждым годом конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы становится все масштабнее и масштабнее. Если в первом форуме приняли участие 269 человек, то сегодня это количество превысило втрое. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс.